Всем добрый день, меня зовут Али Греймонд. Сегодня я делаю видео, которое я хочу, чтобы вы проигрывали, когда у вас ОКР-атака. Итак, приступим. Сейчас у вас ОКРная атака. Я понимаю, что мысли кажутся ультрареальными. Я понимаю, что хочется сделать какой-то ритуал или как-то нейтрализовать мысль, избавиться от опасности. Но это ошибка. Это и есть то, что держит вас в ОКРе. Вот сейчас, вот этот переломный момент, вы будете реагировать и делать себе хуже, или вы не будете реагировать и не делать себе хуже? Вы можете кричать, вы можете, я не знаю, бить стену, но вы не можете реагировать. Чем больше вы реагируете, тем хуже все будет становиться. Это не первый раз, когда у вас эти мысли. И вы знаете, что если вы сейчас начнете делать ритуалы, это не последний ритуал. Мы не можем больше так продолжать. Мы должны активно работать. И когда мы будем активно работать, мы начнем выздоравливать. У нас главная задача выздороветь. Для того, чтобы выздороветь, нам надо одно. Нам нельзя делать ритуалы. Нам нельзя обдумывать ОКР мысли. Мы не можем выздороветь, если мы обдумываем ОКР мысли. Поэтому мы должны не разрешать себе обдумывать. Мысль приходит один раз, мы не реагируем. Мысль приходит миллион раз в день, мы не реагируем. Мы делаем свои обычные дела. Пусть мысли приходят, говорят, что все плохо, надо это переделать, надо то переделать, надо об этом спросить, надо это понять. Неважно. Это мысль ОКР. Сейчас происходит ОКР-атака. Мы не поддаемся на эти провокации, мы не реагируем, мы идем вперед. Говорите себе, я должен выздороветь. Для меня самое главное – это выздороветь. Все остальное не имеет никакого значения. Я работаю, я выздоравливаю. Я не буду ловиться на эти мысли. Все выздоровление ОКР складывается из вот этих вот мелких ситуаций, мелких шагов, когда приходит ОКР-атака, и вы или реагируете и делаете хуже, или не реагируете и делаете лучше. Поэтому сейчас мы начинаем не реагировать, мы начинаем выздоравливать. Спасибо за то, что вы меня смотрите. Частная программа выздоровления со мной находится на youhaveocd.com. Подписывайтесь на канал. Я увижу вас в следующем видео.